Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об особенностях содержания шицу. Шицу – доброжелательные, веселые, очень контактные питомцы. Представители породы способны стать идеальными домашними животными для самых разных типов владельцев. Но насколько сложен уход за ними? Давайте подробнее рассмотрим особенности содержания шицу. Шерсть шицу требует особого внимания со стороны хозяина. Представители породы обладают длинной шерстью, которая имеет тенденцию к сваливанию, поэтому расчесывать питомца необходимо ежедневно. Также шицу важно регулярно водить на груминг. Купать представителей породы рекомендуется по мере загрязнения. Шицу очень чувствительна к перепадам температур. Жаркая погода для представителей породы не менее губительна, чем холод и сквозняки. Поэтому летом этих собак нужно беречь от перегревания, а зимой от переохлаждения. Воспитывать шицу необходимо с раннего детства. Щенок должен признавать авторитет хозяина, подчиняться режиму кормления и знать свое место. Представители породы обладают своенравным характером и без должной дрессировки и воспитания могут вырасти непослушными и своевольными собаками. Специалисты рекомендуют дрессировать шицу через игру. Так питомцу будет интереснее выполнять команды хозяина. Глаза шицу нуждаются в особом внимании со стороны владельца. Эти собаки, как и многие другие карликовые породы с плоскими мордочками, подвержены глазным заболеваниям. Регулярно осматривайте глаза питомца на предмет загрязнений и при необходимости чистите их. А при наличии травм и воспалений незамедлительно обращайтесь к ветеринарному врачу. Питание шицу должно быть сбалансированным и разнообразным. Специалисты рекомендуют кормить этих собак 2 раза в день, утром и вечером. Представителям породы подходит как натуральный, так и сухой корм. Из натуральных продуктов шицу больше всего придутся по вкусу телятина, говядина, курица, индейка и рыба. Таковы основные особенности содержания шицу. Помните о них, будучи владельцем представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!